Признанному отцу якутского хамуса в этом году исполняется 100 лет. Лука Турнин, первым из якутян, в 1948 году сыграл на хамусе в Москве. А уже в 1957 году в составе делегации Якутии он выступил с созданным им ансамблем хамусистов. В связи с юбилеем знаменитого мелодиста в Музее хамуса народов мира в Якутске проходит выставка, посвященная его жизни и творчеству. Представленные экспонаты взяты из фонда самого Музея хамуса и Музея Татинского района. Один из самых редких экспонатов – это хамус, на котором играл сам Лука Турнин. Мы не должны забывать наших знаменитых людей, которые далекие 50-е годы пропагандировали наш якутский хамус в России, в Советском Союзе, в Москве. И чтобы была преемственность поколений, чтобы на примере вот Луки Николаевича Турнина подрастающее поколение училось быть тоже таким же уникальным, и чтобы они служили своему народу.